Несколько месяцев назад делегация городского собрания Сочи посетила Крым. Результатом поездки стало соглашение о сотрудничестве между депутатами Сочи и Феодосии. Теперь наш город принимает председателей представительных органов местного самоуправления Севастополя, Алушты и старейшего бальнеологического курорта Саки. Приветствуя гостей, мэр Сочи отметил хороший темп развития туризма в присоединившейся к России 2 года назад республике. Крымские отели предоставляют услуги по оздоровлению наряду с олимпийской столицей. Как подчеркнул Анатолий Пахомов, курорты Черноморского побережья должны быть конкурентоспособными, но при этом дружить и обмениваться опытом, чтобы в посещении курортов были заинтересованы не только зарубежные туристы, но и российские. По инициативе сочинских депутатов с апреля будет налажено морское сообщение между курортами Черного моря. Мы всячески готовы объединиться с такими городами, как Евпатория, Туапсе, Феодосия, Ялта, да, вообще с каждым городом Крыма, и в том числе Анапа. Я, кстати, там был мэром Анапы, вот, Новороссийск. То есть это все известные наши города. И мы можем, первое, установить какой-то союз, где обмениваться своим опытом, ну и возможностями своими, и друг другу помогать. Программа сегодняшнего семинара-совещания состояла, в общем, из презентации Сочи. Гостям рассказали, как трудно было курорту развиваться до международного уровня, благодаря каким факторам и, конечно, особенностям работы административной команды. И после сегодняшней встречи расширением и укреплением партнерских связей и обменом опытом заинтересовались и представительные органы власти Алушты и Севастополя. Мы очень нуждаемся в вашей помощи, у вас большой опыт, и мы готовы сотрудничать во всех отраслях этой действительности. В сотрудничестве с Сочи заинтересована и Абхазия. Теплые дружеские отношения с соседней республикой у нас сложились уже давно, и теперь им интересно перенять опыт работы в некоторых аспектах. Такое взаимодействие интересно и Новороссийску. Обмен мнениями, обмен опытом – это самое важное, что есть. Потому что у города Сочи, вот даже сейчас, недолго побуду, есть действительно чего поучиться, как в организации коммунального хозяйства, это, наверное, самая больная тема для каждого города, как усилить борьбу с мусором, это тоже очень интересная идея. И поэтому именно обмен мнениями, обмен нашими функциями, у нас же представители органов власти, конечно, опыт Сочи и опыт Новороссийска, если заложить, это даст, конечно, очень эффектный результат. Инициатором развития и укрепления деловых отношений с другими городами Черноморского побережья выступило городское собрание Сочи. На сегодняшний день соглашения о межмуниципальном взаимодействии и сотрудничестве заключены с Анапой, Евпаторией, Туапсе, Феодосией, Ялтой и Новороссийском. Мы сегодня планируем подписать соглашение с Саками. Приехали представители города-курорта Саки, и они готовы к сотрудничеству с городом Сочи. Вот такое единство нам позволит вырабатывать какие-то общие требования, общие обращения к правительству в Южный федеральный округ. Должна сказать, что с Южным федеральным округом это мероприятие мы согласовали. Они нас поддерживают. Двухдневная программа семинара с представителями 7 городов довольно обширная и построена на демонстрации последних достижений олимпийской столицы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.